a season of restoration. Библия говорит, некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами. Начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю». Так говорят религиозные люди, не правда ли? И мне дело до грешников и сокрушенных, их волнует только их мнение. Это причина прославлять Господа во все наше горло. И прямо сейчас, во имя Господа Иисуса Христа, я скажу «Аллилуйя». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину?» «Привет. Я пришел в дом твой, ты воды мне на ноги не дал, а она слезами. Только представьте это, в доме, где собралась большая толпа, была женщина, которая поклонялась. Часто люди собираются и просто наблюдают. А Божьего сердца касается тот, кто действительно поклоняется ему, кто приходит во дворы его». Я хочу сказать вам, что сегодня Иисус на этом месте. Библия говорит, что где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди них. Он здесь. Вы можете прийти к Иисусу, несмотря на свои проблемы, свою ситуацию. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ног. Я не говорю, чтобы мы целовали всем ноги, но он говорит о поклонении. Поцелуй — это то, что должно исходить из сердца. Вы отвечаете на любовь Божию, когда приходите в церковь. Высшая форма близости между вами и Иисусом Христом — это ваши поцелуи, поцелуи поклонения, восхищения, хвалы. Это поцелуи благодарения. Вы приходите в Его дворы и являете любовь Иисусу, как это делала эта женщина. «Ты головы мне маслом не помазала, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Вот почему я говорю об этом. Один известный мирской университет, я говорю об этом, потому что многие учителя и политики не уважают Бога. Я хочу сказать вам сегодня, что ни один политик не проложил для нас путь на небо. Ни один учитель не проложил нам путь на небо. Есть лишь одно имя под небом, которым мы можем спастись, это имя Иисуса Христа. Вот почему мы не будем молчать, не будем прекращать поклоняться Богу. Все потому, что Он возлюбил наши души. Воскликните «Аминь», где бы вы ни были. Итак, сегодняшнее послание — мусор или поклонение? Лука 7, глава 37 и 38 стихи. В переводе Passion это звучит так. Теперь можете жаловаться.
В той округе была одна аморальная женщина, и все знали, что она проститутка. Я поражаюсь тому, как одни люди могут тыкать пальцем других, особенно прихожане, но не в Сиэтле. Мы приветствуем всех, независимо от их истории, культуры, цвета кожи, проблем и ошибок. Когда вы приходите к Богу, уровень выравнивается. Вы приходите не на основании своей праведности, но на основании того, что Иисус сделал 2000 лет назад. Итак, она была проституткой. Я хочу, чтобы вы представили, увидели, что происходит здесь. В доме множество фарисеев, самоправедных, религиозных лидеров. Они все стояли вот так, послушаем, что он скажет. И тут приходит женщина, проститутка, женщина с плохой репутацией. Она смиряется и заходит в дом. Каким-то образом она попала в дом, несмотря на локдаун. Никто не мог удержать ее. Ее не приглашали, она была голодна. Она была в отчаянии. Она искала Иисуса Христа, услышала об Иисусе и пошла туда. Она пришла к Иисусу, потому что ей нужно было прикосновение с небес. Я обращаюсь к кому-то в Блумфонтейне. Вам нужно прикосновение небес. Вам нужно, чтобы Бог оживил вас. Вам нужно, чтобы Бог исцелил вас. Вам нужно, чтобы Бог сделал что-то в вашей жизни. Все знали, что она проститутка. Когда она услышала, что Иисус пришел в дом Симона, она взяла изысканный сосуд из алебастра, наполнила его самыми дорогими духами и пошла в дом этого еврейского религиозного лидера, и перед всеми гостями она преклонилась перед ногами Иисуса, сокрушаясь и плача. Она покрыла его ноги слезами, которые капали с ее щек. Она продолжала плакать и вытирать его ноги своими длинными волосами. Вновь и вновь она целовала ноги Иисуса. Представьте себе, почему он допускал это? Потому что он позволял ей поклониться ему. Мы не делаем подобные вещи пастырям, апостолам или епископам, но это был поступок поклонения. Будучи разбитой, она пришла поклониться. Иногда вы можете проявить высшую форму поклонения в разбитом состоянии, в одиночестве, в депрессии, когда вам хочется бросить все. Вот когда вы можете показать высший уровень поклонения Богу. Я говорю о ситуации, когда вам кажется, что все рушится прямо на глазах. Но вы все равно принимаете решение и говорите, «Я поклонюсь Ему», и вы начинаете прославлять Его и поклоняться Ему. Вновь и вновь она целовала ноги Иисуса. Затем в качестве поклонения открыла свой сосуд и помазала Его ноги дорогими духами. Знаете, этот алебастровый сосуд представляет вас, вы контейнер, но то, что в вас, не будет иметь никакого значения, пока вы не сломаетесь. Некоторые из нас были сломаны за время пандемии, некоторых жизнь потрепала, мы думаем, что Бог бросил нас. Иова потрепало, он был разбит, за один день он потерял все, своих детей, семью, все. А его жена сказала с ухмылкой на лице, «Почему бы тебе не проклясть Бога и не умереть?» Но Иов не сделал этого. А что он сделал? Он превратил свою боль в поклонение, тревогу в поклонение. Он поднялся с земли и поклонился Богу. Я не знаю, где вы находитесь сейчас, но вы должны принять решение и отпустить, вылить то, что находится в сосуде. Должны принять решение разбить этот сосуд и вернуться к Богу. Ведь когда то, что в вас касается Иисуса, аромат небес, духи небес, аромат полевой лилии и розы Шарона войдет в вашу жизнь. Он проникнет в вашу комнату. Эта женщина обрела полноту, уверенность и мир. Представьте себе это. Она проститутка. Она разбита, наполнена грехом, но она услышала об Иисусе и принесла самое дорогое, что у нее было. Свое сердце, свою жизнь, свою боль и свое сокровище. Люди смотрели на нее и называли происходящее напрасной тратой, мусором. На самом деле, это же было поклонение. Богословы скажут вам, что такой сосуд с дорогими духами мог быть ее пенсией. Он представлял ее жизнь. Он был равноценен годовой зарплате, но она принесла его Иисусу.
Наше поклонение будет стоить нам чего-то. Наше поклонение будет стоить нам преданности, времени, таланта. То, за что мы держимся, что почитаем, мы превращаем освящение в удобство, а жертву в самосохранение. Так мы не изливаем свое поклонение Богу. Это время перед величайшим пробуждением. Бог ищет церковь, людей, которые будут изливать свое поклонение Богу, которые будут собираться и говорить: «Я не сдамся, я и дом мой будем служить Господу, я вернусь к Богу, Он возлюбил меня, и я буду любить Его в ответ». Есть ли здесь поклонники, готовые разбить свои сосуды посредственности, разбить свои сосуды апатии, разбить свои сосуды боли, страданий, потерь, трагедий, пока мы не начнем изливать, Его аромат не явится? Именно в поклонении мы изливаем свои жизни и свою боль. Как говорил Павел: «Я не понимаю, но я поклоняюсь. Боже, мне этого не хочется, но я не забыл, что Ты моя жизнь, то, что я искал. Ты аромат моей жизни». Этот локдаун украл у нас поклонение Богу. Он превратил наше поклонение в облегченную версию. Даже судья в Шотландии, мирской судья, признал, что нельзя заменить живое поклонение поклонением в интернете. Это не высшая математика. Мы были созданы, чтобы вместе поклоняться Богу. Мы были созданы Богом и для Бога. Мы были созданы, чтобы собираться вместе. Мы были созданы, чтобы поклоняться Богу, чтобы ставить Бога на первое место в первый день недели. Это то, что сатана пытается украсть у нас. А почему? Ведь когда мы поклоняемся Богу, климат небес приходит на землю. Когда мы разбиты, мы изливаем то, что внутри, и то, что находится в сосуде, наша гордость, страх, неуверенность, горечь, непрощение. Все это изливается на Иисуса, и этот сосуд... Он представляет и вас, и меня. У Его ног я должен оставить себя, должен смириться, уменьшиться, признать Его как своего Искупителя, Господа и Спасителя. Я не могу оставаться таким, как был в присутствии Господа. Я должен прийти и стать пустым сосудом, и Он наполнит вас. Я говорю вам сегодня утром, что вы должны прийти к Иисусу. Вы должны вернуться в присутствие Божие. Я знаю, что никто не хотел этого локдауна. Но локдаун привел к появлению множества плохих привычек в жизни христиан. Мне нравится такое, я закажу себе такую обувь. Ну, давай второй ботинок. Нужно было нанести клей на ботинки. Это будет новая мода. Да. Можно и на голову посыпать. Хотя нет, я шучу, конечно. Это слава Божия. Посмотрите на золото. Это настоящее золото. О, нет, нет. Это просто золотые блестки. Это не слава Божия, это просто иллюстрация. Было время, когда люди видели золотые блестки и говорили, что это слава Божия. Я не буду двигаться. Итак, локдаун забрал огонь из сердец многих. Этот локдаун привел к тому, что многие охладели, стали теплыми в своей любви к Иисусу Христу. Они исполнились апатией и оправдывают новую форму христианства. Вы нигде в Библии не найдете, чтобы Бог двигался на изоляции. Каждый раз, когда Бог прикасается к изолированному человеку, Он говорит, чтобы этот человек пошел и собрал лидеров, церковь, людей. Читайте Библию. Изоляция — это не новый путь. Изоляция — это не Божий путь. Изоляция — это путь сатаны. Он ворует поклонение у Бога. Я услышу, чтобы наша церковь
сегодня в Блумфонтейне и в Йоханнесбурге прославила Господа, ну хотя бы 10 секунд кряду во имя Господа Иисуса, потому что нам нужно собираться вместе, и в Царстве Божьем мы будем все вместе. Аллилуйя! Итак, эта аморальная женщина пришла к Иисусу и начала бесцеремонно поклоняться Ему. Она экстравагантно поклонялась Ему. Она без стыда поклонялась Ему и поклонялась Ему лучшим, что у нее было, своим сокровищем, своей болью, своими страданиями. Она пришла такой, как есть. Она проститутка, у нее была репутация. Вот за что я люблю Иисуса. Он отличается от религии, которая хочет соблюдения формата, законов и правил. Она говорит, что вы должны соответствовать Богу, а Бог говорит, нет, я сделал так, чтобы ты соответствовал 2000 лет назад. Я пролил свою кровь за тебя, открыл тебе путь во святое святых. Приходи таким, как есть. Я не буду судить тебя, осуждать тебя, напоминать о прошлом. Я подниму тебя, и каким бы нечистым ты ни был, когда чист прикоснется к нечистому, нечистое станет чистым. Когда неправедное коснется праведного, неправедное становится праведным. Когда мертвый касается живого, мертвый оживет. Вам лишь нужно вернуться в присутствие Божие. Поднимитесь со своего дивана. Перестаньте лениться и вернитесь в дом поклонения. Вы увидите огонь Божий, присутствие Бога. Ваша жизнь будет восстановлена. Бог вдохнет свежий ветер, ваши паруса. Приходите в каком бы состоянии вы ни были. Приходите со своими мыслями о самоубийстве, со своей депрессией, страхом. Но приходите. Фейсбук заблокировал меня на месяц, потому что я говорю прямо. Устаньте уставать. Они заблокировали наш материал. Я говорил вам, что наступит время, когда новые законы в ЮАР будут контролировать то, что мы говорим с кафедры. Это реальность. Да. Телеканалы и гиганты мира соцсетей будут определять это. И тогда наши здания станут еще важнее. Есть люди, которые критикуют нас за здание. Это будет единственное место, где останется свобода слова и где мы сможем говорить то, что хотим, проповедовать Евангелие Иисуса Христа, открыто поклоняться Богу. Воскликните «Аминь», потому что это правда. Я знаю, что Дональда Трампа нельзя назвать величайшим человеком в определенных аспектах, но когда такого человека блокируют в соцсетях, то это ясно говорит о том, что нас ждет дальше. Вчера он самый могущественный человек в мире, а сегодня никто. Мы так крепко заснули, что не различаем время. Я стою на месте из-за ботинок. Я вообще-то люблю ходить, но она чудесно поработала. Она была замечательной поклонницей. Она была разбита, но все равно она поклонялась. Она была потеряна, но поклонялась. Ее осуждали, но она поклонялась. Все остальные держались в рамках, но... они-то не поклонялись. Я вспомнил опрос о том, как много людей готовы отказаться от своего права поклоняться. Вы помните, что Иисус сделал для вас? Сейчас мы следуем пути наименьшего сопротивления. В то время как первая церковь рисковала всем, чтобы поклоняться вместе, когда Петр вышел из тюрьмы, когда Бог освободил его, то что он сделал?
Он не побежал и не спрятался, он побежал в собрание святых. Вот почему Петр победил. Он знал, что это место силы. Я становлюсь сильнее с другими верующими. Я поклоняюсь Богу с другими верующими. Пусть все дышащее славит Господа. Пусть искупленные скажут: «Я искуплен, я поклонник, я больше не буду сидеть и молчать». О нет, хватит. Она поклонялась ему как изгой, и когда она разбила свой сосуд, послушайте, она поступила как женщина-самаринка у колодца. Она принесла аромат Иисуса в эту комнату, чтобы остальные учуяли его. Когда ты поклоняешься, когда Иисус касается тебя, его аромат в твоей жизни становится ощутимым для твоей семьи и друзей. И они больше не хотят слушать теории. Они видят, что нечто изменилось, что от вас пахнет чем-то другим. И так оно и есть. Это его аромат, его запах, его присутствие, поклонение. Кто-то считает это мусором. Но Бог принимает его как проявление любви и поклонения. Еще одна женщина. Мария, сестра Марфы, также сделала нечто необычное. Еще одна женщина. Мы видим нечто особенное в женщинах, когда к ним прикасается Бог. Если бы женщины взяли под контроль финансы дома, то Божье Царство начало бы расти быстрее. Потому что женщины любят давать. Если бы мужчины могли забеременеть, то у нас было бы мало детей. Мужчины по природе свои скупые. Женщины родились, чтобы давать. И это удивительно. В Библии мы видим, что когда Иисус висел на кресте, то рядом были женщины, а также Никодим и Иоанн. Остальные убежали. А когда Иисус воскрес из мертвых, то первыми ко гробу пошли женщины. Когда женщины отдают себя Богу, они действуют радикальнее большинства мужчин. Они бесцеремонны. И вот почему в ЮАР нам нужны женщины в политике, которых поднимет Бог. Нам нужна женщина-президент, которая будет любить эту страну, которая будет не коррумпирована, чтобы она возглавила реформацию и исцеление ЮАР. Ведь когда женщины любят, они любят полностью, на все 100% преданно. Они любят без стыда. Они не забывают завтра о том, что сказали вчера. Самаринка у колодца помогла измениться всему селу. Она пережила встречу с Иисусом. И мы должны спросить себя, какова ценность Иисуса для нас? Его ценность будет определять наш уровень поклонения. Кто этот Иисус и чего он стоит? Потому что поклонение — это ценность. Чего он стоит? В день зарплаты нам трудно почтить его десятиной, первыми плодами. Люди смотрят на нас и говорят так: «Вы напрасно тратите время, когда ходите в церковь. Вы напрасно тратите время, когда хлопаете и кричите». Но мы читаем Библию и видим, что это то, чем люди будут заниматься в вечности. Они днем и ночью будут поклоняться сидящему на престоле. Мы возвращаем время, когда ставим его на первое место. Первая половина дня, первый день недели, воскресенье. Так делала первая церковь. Они собирались в воскресенье. Они ставили Бога на первое место. Он не был для них чем-то, что они оставляли на потом. Они ставили его на первое место. Какова ценность Иисуса для вас? Чего он стоит? Склоните свои головы и закройте глаза. Я хочу сказать, что Иисус любит вас. Вам лишь нужно прийти к Нему. Приходите таким, как есть. Есть небо и есть ад.
Эта женщина всего лишь пришла к Иисусу, остальное осталось в прошлом. Вам не нужно исправлять свое поведение. Приходите таким, как есть. Возможно, сегодня вы говорите: «Пастор, я хочу начать все заново с Богом. Я хочу вернуться к Иисусу. Я хочу исправить свои отношения с Богом». Если хотите этого, поднимите руку выше, поднимайте. Скажите: «Иисус, я отдаю свое сердце Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Бог любит вас. Сегодня я отдаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса». Скажите на это «Аминь».